Третьякова Виктория, Шерибава Алина. Медалисты из Нечинского районного лицея. Анастасия, Барон Антон. Николаевич Вероника, средняя школа номер 2. Крутая Светлана, средняя школа номер 6. Метелкина Анна, средняя школа номер 7. Клещенко Паса, средняя школа номер 1. Ильева Анастасия, Холмическая средняя школа. Аплодисменты нашим золотым медалистам! Открывают торжественное шествие выпускники Речицкой районной гимназии. В 2018-2019 учебном году Речицкую районную гимназию заканчивают 82 выпускника, среди которых 17 золотых медалистов. Среди выпускников победители различных этапов Республиканской олимпиады по учебным предметам, призеры спартакиады соревнований различного уровня. Елов, Коржислав, Савченко Алина, Марчик Артем, Попова Дарья, Крест Константин, Косякова Елизавета, Кацуба Евгений, Головко Алексей, Пашилова Дарья, Сиводед Даниил, Димитров Владислав, Акраков Максим, Борисов Андрей, Мельник Ольга, Третьякова Виктория, Неварвак Максим, Дейкун Михаил, Тиханович Даниил. Мы гордимся достижениями наших выпускников. Их победы навсегда останутся в летописи гимназии. Гордо идут выпускники Речицкого районного лицея. Это 75 юношей и девушек, из них трое медалистов. Мы гордимся выпускниками лицея, победителями Республиканской олимпиады по учебным предметам, победителями областных, республиканских, международных научных конференций. Лещинок Вероникой, Мельниченко Яниной, Рудак Ульяной, Гацко Артемом, Тананыкиным Максимой, Демочка Викторией, Кончуком Кириллом, Корнеевым Владиславом, гордость лицея, творческие и спортивные таланты, Здрок Анастасия, Яковенко Валерия, Жоголь Екатерина, Величко Альбина, Головко Роман, Бешко Александра, Бурмистров Павел, Дворник Максим, Зураковский Егор, Сельмашок Данила, Янкович Арсений, Козловская Вероника. Особое слово благодарности молодежным лидерам Лицейской Республики и активистам волонтерского отряда «Забота» Чигирю Андрею, Зайцевой Яне, Роловой Яне, Алине, Либунковой Алине, Гришковец Татьяне. Добрый путь, дорогие выпускники! Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача! На марше выпускники государственного учреждения образования «Средняя школа номер 2 города Речицы». Учреждение гордится своими выпускниками, которые из года в год показывают высокие результаты в учебной, спортивной, творческой деятельности. Среди них Николаевич Вероника, золотая медалистка, Данилкова Анна, Кмец Елизавета, Щерба Дарья, Сираж Дарья. Школа уверена, что выпускники станут достойными гражданами Республики Беларусь. Продолжают шествие 27 выпускников средней школы номер 6 имени Сергея Владимировича Сыча. Школа гордится золотой медалисткой, крутой Светланой. В колонии идут участники Республиканской олимпиады по учебным предметам, участники общественной жизни школы, участники районных, областных и республиканских конкурсов. Гурская Диана, Баранов Евгений, Рахилян Джульетта, Колпаков Владислав, Новицкая Анна, Юча Мария, Пинчук Татьяна, Стреченко Каролина. Педагоги желают своим выпускникам удачи, оптимизма и исполнения желаний. На марше выпускники средней школы номер 7. Среди них призеры олимпиад по учебным предметам, победители конкурсов, лучшие спортсмены, активные участники акций и патриотических проектов. Метелкина Анна, золотая медалистка, Козлов Максим, Слиш Диана, Семякин Артем, Мельник Полина, Захожая Юлия, Карповец Карина, Цыгленкова Варвара, Завадская Евгения, Сотников Михаил, Тишковец Владислав, Сверчков Михаил.
Педагоги гордятся выпускниками и желают им дальнейших успехов. Гордо идут выпускники государственного учреждения образования детский сад, средняя школа номер 1 города Речицы. Это талантливые, яркие представители своего поколения. Клещенко Полина, золотая медалистка. Беляй Виктория, Крошка Анна, Камбур Дарья, Пышек Максим, Бондаренко Александр, Пешкун Анастасия, Кудряшова Александра, Волкова Анна, Козырев Артем, Вицкевич Кирилл. Дорогие выпускники, пусть та дорога, которую вы выберете, приведет вас к успеху. Продолжают шествие выпускники средней школы номер 4. В 2019 году стены школы покинут 47 выпускников. Это активные участники победители республиканских и областных творческих конкурсов, призеры международной олимпиады, активисты спортивной и творческой жизни школы. Кузьминич Елизавета, Люльева Мария, Урлович Дарья, Полодюк Екатерина, Качеля Карина, Николайчик Владислав, Чаюк Екатерина, Липский Роман, Чехович Андрей. Желаем вам кипучей энергии, грандиозных целей, чтобы все, что было задумано, стало явью. Твердой, уверенной походкой проходит колонна выпускников средней школы номер 5. Здесь каждый из ребят является яркой индивидуальностью, в том числе Василевс Константин, неоднократный призер второго этапа республиканской олимпиады по истории, Кобзик Андрей, Матюшенко Егор, Рогожинский Владислав, постоянные участники районных спортивных соревнований. Педагоги школы поздравляют своих выпускников и говорят им: добрый путь, ребята, в добрый час! Продолжают шествие 26 юных и талантливых выпускников средней школы номер 8. Среди них Ковалев Дмитрий, Акулич Мария, Глушковская Ангелина, Курила Кирилл, Легенькая Полина, Маслак Ирина, Будник Илья, Головко Владислав, Жулия Гавазим, Дубина Вячеслав, Козлович Артем, Куприяник Никита, Баначева Марина, Панова Виктория, Пешкун Екатерина, Нечипаренко Яна, Широкин Даниил, Цапкова Анастасия. Педагоги школы желают вам, дорогие выпускники, легких начинаний, удачных свершений, светлого будущего! Приветствуем выпускников средней школы номер 9. На протяжении многих лет творческие успехи этих учащихся приносят городу победы различных уровней. Это Шавловская Ольга, Филимонцева Елизавета, Муха Кристина, Дубровская Анастасия, Заяц Андрей, Сотников Иван. Педагоги уверены, что наши выпускники принесут в мир добро и справедливость. С гордостью будут нести звание выпускника средней школы номер 9. Торжественное шествие продолжают 48 выпускников средней школы номер 10, благодаря которым школа достойно выглядела в районных и областных соревнованиях. Огромная благодарность Долголапцеву Владиславу, Сивуха Кириллу, Чирик Елене, Берташ Ксении. На протяжении 11 лет Нурматова Анастасия является бессменным лидером класса и школы. Она секретарь первичной организации ВСЭ, председатель совета старшеклассников, финалист районного этапа конкурса «Лидер года 2018». В добрый путь, дорогие выпускники! Счастья вам и удачи на неизведанных дорогах! На марше 28 выпускников средней школы номер 11. Сегодня гордость школы Зуева Мария, Белошицкий Даниил, Поторочья Виктория, Марьяшка Арина, Кулек Анна, активисты районных и областных конкурсов и соревнований, Мирошниченко Николай, Титовец Максим, Чеплинский Данила, Сивуха Алексей, Рудницкий Владислав, Лукинюк Кирилл, Ковец Роман, Шулепов Дмитрий, Грубый Тимофей, Квитковский Игорь, Лемчук Александр, Мазуренко Юлия, Титовец Алина, Кучерова Вероника, Коцур Дарья, Макаревич Валерия. Мы поздравляем вас, дорогие выпускники, и желаем ценить каждое мгновение и радоваться всему хорошему, что есть в жизни. Встречаем 11 выпускников государственного учреждения образования «Бронинская средняя школа Речицкого района». На протяжении всех школ
школьных лет эти ребята успевали хорошо учиться, участвовать в творческой и спортивной жизни школы, в социально значимых акциях и проектах. Школа гордится своими выпускниками. Дорогие выпускники, пусть сегодняшний день будет стартом в новую, наполненную интересную. Школьного двора. И планов, и решений будет много, ведь перед вами жизнь, а не игра. К любви своей, к успеху, достижениям уверенно идите вы вперед, и пусть в идеях ваших и стремлениях вам всем неоднократно повезет. Уважаемые почетные гости, просим занять ваши места в зале. Молодым и энергичным, умным и талантливым.